Ну что ж, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Fallout, и самое время нам с вами расправиться с лягушкой Мортоном. Ну, я тут подумал, знаете что, мы же можем пока что супер стимпаки все совершенно спокойно скинуть в тачку, ибо не нужны они нам, ну, совсем. Поэтому супер стимпаки отправляются в тачку, они весили по одному фунту, получается, да, но в чем тут вес, наверное, в фунтах. Так что нам стало полегче чуть-чуть. Это уже хорошо. Ну, а теперь пошли сражаться. Благо, крысюков мы зачистили с вами заранее, поэтому у нас, ну, дело чуть-чуть облегчается. А тут в тестовом забеге я всех чуваков переколбасил вообще очень сладко. Прям это было настолько клево, что мне захотелось повторить. Ну, и я надеюсь, что сейчас у нас с вами удастся это дело повторить. У чуваков тем временем шотганы. И у кого-то из них шотганы не простые, а боевые. Поэтому все... Ой-ё. Все не так просто. Ой-ё. Что-то пока дела не очень идут. Блин. А вот это самое, как бы, жопная жопа, потому что бегать за ними и затыкивать их — это очень неприятно. Ладно, первого свалили. Благо, с шотгана, ну, издалека они по нам особо не постреляют. Эй. Так, ты пошел. Ты пошел. Все. Первая троица готова, первая троица отдыхает. Но, видите, у них те же шотганы, которые, по-моему, у Кессиди изначально был, аналогичная модель. А вот здесь, смотрите-ка, наш старый друг, боевой шотган. И никто иной. Разряжаю я их по той простой причине, что разряженное оружие почему-то весит меньше, ну, разряженное оружие плюс патроны весят меньше, чем заряженное оружие. Оп, ой. Но никто не говорил, что прям все идеально пройдет. То есть какие-то ранения мы можем получить. А меня беспокоит, как бы нас с вами не расфигарили. Ну, вроде не должны. Давайте отойдем. Вот, этот чувак сейчас такой, типа, сюда зайдет и... Уф! 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 Вот это было больно. Вот это было больно. На тебе в глаза за это. Ну, 1-1, в принципе. Он, конечно, по нам заехал, но мы заехали по нему тоже. Эй. А, тут разное количество патронов еще в них. Хорошо, ну, давайте лечиться, потому что так дело не пойдет. Так дело совсем не пойдет. Я вот тогда, ну, в тестовом забеге, да, потерял, наверное, меньше 10 хитпоинтов. И то часть из них я вот здесь вот на мине подорвался. Вот на этой. Ать? Ну? Кто? Вот, наконец-то. Наконец нашелся смельчак, который готов с нами сразиться. Мои глаза... Собака... Ну, он как бы говорит не собака, он говорит другое слово, но будем считать, что он сказал самка собаки. Опа. Ага. Хорошо. Такс. Еще боевой шотган. Уже у нас их два. А? Алло? Алло? Реагируем? О! Валим отсюда вот сюда. А знаете, даже проще, наверное, вот в это помещение свалить. Сейчас посмотрим. Тынч, вот сюда вот. Вот, потому что он типа забежит и сразу получит по щам. У него, по-моему, еще хуже оружие. А, ну, в смысле, хуже для нас. Там какой-то шотган-пулеметган. Причем этот же шотган-пулемет... Эй. Блин, надо... Надо как-то... Вот. А вот это вот, да. Это, правда, не шотган, но это одна из мощных винтовочек в игре. Что ж, осталось троица. Кстати, что-нибудь нам сказали? Нет. Пока за лягушку Мортона нам... О, о, о. Эй, здравствуй. Хорошо, а вот так? Нет. А вот так? А вот так, да. Все-таки люблю я, когда у нас получается до молодежи, можно сказать, достучаться. О, пищ! Вообще ни за что. Вообще ни за что нам с вами влетело.
Первый. Эй. Первый. А лучше тогда этого в голову. Оф. Но сейчас он в нас стрельнет. Шотган это, конечно, крепкая хрень. Ну ладно. Бум. Все. Он, конечно, старался. Так, это мы разрядим. Да, и мы с вами получили... Ну, видите, тут прям у чуваков нормальные запасы. Давайте я быстро сбегаю до тачки, а потом вернусь сюда. Ну, точнее, да, еще и подлечусь попутно. И мы с вами продолжим наш разговор и собирательство. Ну, а вы не будете видеть, как я первый раз бегу до тачки. И я вот сейчас понимаю, что тупанул, что лечился стимпаками, потому что за 50 баксов можно было подлечиться у городского доктора. И это было бы гораздо дешевле, чем тратить 3 стимпака на все это. Но вообще, если этот бой проводить экономно, было бы проще в целом, как бы после ранений, да, после каждой кучки врагов, просто возвращаться... Ну, возвращаться к доктору и лечиться, тем более он вот прям в двух шагах. Тут бегать-то даже далеко не надо. Да, хорошая мысля приходит опосля. А, кстати, чтобы нам с вами получить Волт-Ситевскую концовку для этого местечка, нам надо сюда будет вернуться через сутки. Ты справился? Ты убил лягушку? Замечательная работа, замечательно. Вот твоя награда, 1000 монет. Ну, разумеется, его братья не обрадуются, когда услышат, но, черт подери, как в нашей работе без этого? Братья? Вы мне не говорили, что у лягушки есть братья? Ну, разве нет? Вот черт, совсем башка дырявая стала. Во-во, совсем все из него вываливается. Ну что ж, расскажу. У него 3 старших братьев. Еще Гажи его... Самого, как я слышал. Как бишь их там? Жабо, Головастик и Змей Мортоны, если я правильно помню. Черт, ну, ты знаешь, как все преувеличивают. И, кстати, оставь звезду себе, ты ее заслужил, шериф. Улыбается. Еще 3 мишени для моей пушки. Никаких проблем. До свидания, шериф. Ну, мы типа такие крутые пацаны. А мы с вами отправимся, ну, немножко постранствовать, чтобы сюда через сутки вернуться. Вообще, мне бы хотелось 2 уровня, ну, хотя бы 1 уровень добить. Знаете, уже будет неплохо. А если мы набьем 2, то это будет просто сказка. Но у нас, короче, дел на самом деле не в проворот. Вот здесь чудесная равнина, где как раз-таки мы можем покататься. Ну, да, это посадит немножко батарейку от тачки. Но батареек больших у нас, благо, полно, и мы их все равно не используем. А нас волнуют только маленькие, а маленькие мы не дураки, мы в тачку не будем заливать. Оба, когти смерти. Вот когти смерти — это довольно-таки мерзкая встреча, потому что... Они начинают сматываться, когда ты им хорошенько надавал. Вот. И милишникам, ну... Ую. Ую. Да, короче, когти смерти — не самая лучшая встреча. Как я и говорю. Блин. Вот. То есть, получается, мелкий сейчас смотается, за него мы экспу не получим. А большого, если мы сейчас не прибьем, то он тоже начнет сматываться. И получается, мы с вами получим кучу урона просто на ровном месте. Они от нас смоются. Вот это недостаток как бы в бытие милишника. Но вроде большой хотя бы ничего не делает такого. А, ну у него еще 150 очков здоровья. Фуф. Так, ну я бы его попытался добить, нифига. Просто потом еще вот эти мелкие, казалось бы, да, мелкие совершенно дряни, что в них опасного? А посмотрите, как нас ковыряет. О, но не прибили, но не прибили. А, прибили. Теперь вот этого. Фух, ну я сомневаюсь, что мы его догоним, конечно, вот этого вот мелкого, но попытаться мы можем. Он сейчас такой чпок-чпок-чпок, и как бы все. Ну ладно, заканчиваем бой. Потеряли с вами дофига всего. О, но получили уровень. 2500. Ну, кстати, опыта за них дают нормально. Так, а если мы снизу со спины к нему попробуем подбежать? Во, стой, засранец. Во. Ладно, месть будет наша сладка. Раз, в голову. Два...
Блин, а все. Уф. И... неплохо он так бегает. Но кажется, это были два его хода. Да. Хорошо, мы можем закончить бой и опять же снова вот так стратежно к нему красться. Ага, дрянь. Вот дрянь. Ну, хорошо. А вот так? 10? Хотя бы 8. Ну, черт. Можем обычный удар рукой ему исполнить. А сколько у него хп? Давайте так. 21. Ну, вдруг повезет. И нам везет. А, да, опыта дают за них хорошо, но смотрите, мы только что с вами просрали. Я супер стимпак в данном случае использую, потому что... ну, мне жалко обычный уже. О, он тем более восстановит нам практически полностью здоровье. Ага. Что ж, безоружный бой 141. Не очень быстро он у нас повышается, но дальше будет еще медленнее. Вот так вот. Ладно, едем дальше. Перезаряжаем только. Вообще, конечно, когти смерти не самый лучший из тех врагов, которых мы можем здесь встретить. А давайте, может, в рейдинг заедем снова. Во. Хотя нет, маловато, кажется, поедем. Нет, сутки-то прошли. Любас. Сейчас в тачке закончится топливо, да? Так. Банда головорезов по предводителям брата Мортона. Здравствуйте. Во, вот с ними вполне мы можем ну, нормально поговорить. Оп. Раз. Пять. И ударить мы не успеем. Хорошо, давайте отбегать куда-нибудь в стороночку. Оп. Сейчас мы как-нибудь с вами сныкаемся хорошенько вот здесь, где они по нам не смогут попасть. А вот у тетки, у нее, по-моему, огнемет. И она зассала? Серьезно? Вот сюда мы можем встать, и давайте вот сюда их заманивать. Мне нравятся вот эти указатели. Ну давайте, давайте. Оп. Так. Во. Подошел на расстояние удара? Подошел на расстояние удара, касатик. На. Так, и мы с вами аккуратненько в палаточку. Чуваки вообще, наверное, считают, что они бессмертные. Ну, нас предупредили, что мы братиков-сестренок еще посмотрим. Вот, видимо, мы с вами и смотрим. Так, все. Здорово. О, опять боевые шотганы. Ну, по деньгам мы, конечно, на этих ивентах всяких... О, вот это, кстати, один из самых крутанских пистолетов в игре. Просто демон смерти. По-другому его, я не знаю, не назовешь. Ага. Вот чувак, как бы он недоволен, что моего брата убили, кажется. Парам-пам-пам. Спасибо. О, ничего себе. И вот этот вот HNK тоже довольно-таки мощная хрень. То есть все, что мы здесь получили, это, ну, годные штуки. Ага, во. И она сама на нас бежит. Ладно, а вот отсюда я просто хочу встать так, чтобы она нас не могла достать. Судя по всему, действительно, это огнемет. Давайте глянем. Да. Не, я не хочу вот так, я хочу вот так. О, 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 о. Все. Смотрите-ка, сама к нам пришла. Да? Ага. Ну, еще на единичку. У нас есть 3 удара по ней. Я надеюсь, что... нам не понадобятся все 3. В голову. Ага. В глаза. Вот. Все 3 нам не понадобились. Прекрасно. Это был огнемет. Но его мы не поднимем, но это все временно, потому что мы сейчас опять же разгрузимся. Ну, смотрите. Здорово ходим. Находим новых друзей себе. Новые связи заводим. А заодно нашли огнемет. Я бы, конечно, предпочел, чтобы вместо огнемета мы здесь у кого-нибудь нашли оружие с маленькими батарейками, но, ну, в принципе, меня и так устроит. А? О, и вот это, кстати, тоже клевый пистолет. Он, его можно добыть относительно в начале в Дэнни, и он там, ну, порядочно где-то до середины игры может тебе служить верой и правдой. Огнемет, кстати, тоже, наверное, разрядим, потому что у нас... уже есть.
Ага, в тачке закончилось место. Зашибись. Что делать? Поехали продаваться. Так, стоп, в рейдер. О, несколько гек и несколько волков. Не, не хотим. Бизнес-центр. Правда, судя по всему, в бизнес-центре бизнес уже прекращен. Хотя казино, у них самая выручка, наверное, ночью. Давайте-ка попробуем чуваку что-нибудь впарить. А, уберем оружие, чтобы лишний раз не провоцировать. Так, хочу продать или купить? Нифига. Ну, все, видимо. Да, но нам бы с вами тогда с доктором поговорить, узнать, как дела, или с шерифом. Давайте и с тем, и с другим, чтобы вот наверняка. Чем шериф Мэриан может быть вам полезен? Я буду вести себя тихо, я уже ухожу, до свидания. Хороший разговор. Ладно, видимо, как я и планировал, мы с вами зайдем в Сан-Франциско, но ничего там не будем делать, кроме как подторговать. А, крепко вам досталось, а? Ну, дайте-ка доку Джонсону на это посмотреть. Полегче, полегче, я профессионал. Да нет, наверное, я просто хотел купить припасы. А, да. Так, что у тебя? Ничего не обновилось? Ладно, а что там? А, док, еще вопрос. А что происходит в городе? Благодаря противоядию, которое вы мне доставили, теперь неприятности рейдинга на почве винта пришел конец. Похоже, что Нью-Рино придется искать другой способ захвата города. А никто вас не заподозрил? Ведь это же вы продавали им винт, от которого им стало так плохо. Вообще-то нет, мне кажется, они так привыкли, что именно я фасую винт по дозам, что на меня никто и не подумал. А ведь уже достаточно давно это делаю, а врачом здесь работаю и того дольше. Хорошо, ну, если бы они вас заподозрили, было бы нелегко, бла-бла-бла, до свидания, док. Супер. Супер. Ну, давайте напевать If You're Going to San Francisco, потому что именно туда мы с вами сейчас и отправимся. Просто у местных торговцев, ну, именно там, денег довольно-таки дофига. И есть нужные нам батарейки. Да вообще много что нужное нам есть. А мы вроде как пока что сильно не догадываемся, где это все находится, но... Так, машина без энергии. Хорошо. Давайте-ка возьмем отсюдашки. Ну, ведь все-таки багажник может заполниться, как оказалось. Так, две батарейки. Да. И заправим нашу тачку. Я не помню, заправляли ли мы ее уже с вами. Но это делается вот так. Едем. Во, машинка полная. И делает вжж. Ой. Рой летунов. А, в принципе, не самые сильные твари. Из-за них вроде как дают неплохо опыта. А, не помню только, пытаются ли они смыться, случае еще или нет. Ну-ка, что у тебя там? 48 ОЗ, да. Ну, крепкие. Крепкие, ничего не скажешь. Нам бы с вами, конечно, поболее силы не помешало. Но в основном у них просто дофига ХП и на этом все. То есть, видите, атакуют-то они, по сути, в ближнем бою. Единственное, они нас могут отравить, но у нас точно в тачке было противоядие. Ну и геморно еще то, что нам придется вот эту их анимацию смотреть. Потому что, по хорошему счету, нам было здорово, если бы нас отравили, но возле Волт-Сити. А если нас отравят здесь, то это будет не айс совсем. Ладно, тот самый летун. Раз, полетел. А здесь? Яйцеклад. А давайте в яйцеклад. Мы что-то давно в пах никого не били. О! Ха-ха-ха-ха. Вот тебе в яйцеклад. Видите? Ну, дальше мы как бы стоим, и нас вот этими присосками... Дербанят, теребонькают. Я не знаю, придумайте сами. Особенно учитывая звук. Вот оно отравление. Но увы, ах, оно не близко к городу-убежище. Да, ну в общем, они нас просто задалбывают одним аккордом. Хорошо, в яйцеклад тебя. А, крепкий. А, в нервный центр. Угу. И в нервный центр. Угу. Чё-то... Пока не идет процесс. Но мы при этом все равно, видите, качаем
с вами ближний бой, потому что, ну, мне хочется его до 300 довести, да и плюс особо из нужных нам навыков, но в одном моменте нам может помочь навык крадучести. Ну, в смысле, типа, вот красться. Но прям такой, такого требования у нас нет. Что, нервный центр? Да, слушайте, немножко не везет нам на рандом. Даже, смотрите-ка, промахнулись. При том, что у нас шанс промахнуться, это, по сути, 1 из 20. Сбивают нас. Сбивают. Но зато, как я и говорил, мы с вами сэкономим одну батареечку за этот бой. Потому что у нас, видите, осталась одна батарейка в инвентаре. Ну, в заряженном оружии. Вот, а теперь мы бьем, получается. И обычным ударом я не буду бить, это бестолково. От них можно бегать. От них можно ударить, типа отбежать, но это тоже относительно бестолково, по той простой причине, что, ну, мы будем смотреть анимации точно так же, хотя, ну, анимация атаки у них довольно-таки медленная. Так, ну что, дружок-пирожок. Блин, какие же они крепкие все, а? Вот, еще есть довольно-таки мерзкие твари под названием кентавры. Это тоже мутанты, но они огромные. Да. Но уже два нас ковыряют. То есть, в принципе, если поначалу у нас было 104 очка здоровья, но зато нас тыкали все, то теперь у нас с вами 40, но зато нас тыкают только двое. И сейчас, я думаю, одного из них мы должны за этот ход прибить. Ну-ка, дрянь. На. Ну. Где? На. Да, но когда у врага настолько дофига хп, что ты сделаешь? То есть, вот тут, конечно, есть некий предел милишника. Допустим, если бы мы с вами были, ну, например, обращались с оружием, мы могли очередью кого-нибудь из них наверняка свалить. Но мы еще не в нашей финальной форме, у нас нет перка на то, что каждый удар критический. А с ним у нас будет шанс побольше. Ой, ой. Сейчас бы крит нас с вами свалил, и наше приключение подошло бы к концу. Раз. Два. Ого. Сколько у него хп? 64. Не. Не-не-не. В задницу. А риск, конечно, дело благородное, но не сегодня. Мне что-то не нравится вот идея оказаться дохлым внезапно. Так что нет. Давайте-ка лучше подлечимся, чем умрем героем. А то уже у меня так было, когда я с одним хитпоинтом полез на Гекка. И Гекка таки меня достал. Это... О, фак, еще и перезарядка. Ладно, давайте обычный удар рукой. Свалили. Супер. Но зато мы получаем за вот этих 1, 2, 3, 4, 5, 4500. То есть, по сути, за одного нам дают 900 опыта. В общем-то, для прокачки вариант шикарный. Так, а нам с вами нужно достать одно противоядие. У нас же нет антидота. Да, нет. Одно противоядие из тачки. Во. И давайте его упорим. Ага. Что-то нам не помогло. Ха. Одно противоядие нам не помогло. Прекрасно. Слушайте, а может еще одно хотя бы поможет? Вот ведь дрянь, а? Не очень мне это нравится. О, есть. Сняли с себя яд. И попытаемся все-таки до Сан-Франциско доехать с вами сегодня. Избранный, посевы вянут, запасы истощаются. Возвращайся к нам, Сгэк. Твое поражение погасит для нас свет надежды. Ну вот эта заставка ни на что не влияла, кроме того, что нас таким образом поторапливают. И вот они, кстати, пришельцы. Хотели найти, нашли. Но, правда, не в самый удачный момент, потому что мне бы все-таки хотелось иметь полные ХП, но пришельцев хотя бы можно прибить удачным ударом. В глаза. Ого, да ладно. Ну и плюс они практически не бегают, когда ранены, в отличие от многих остальных представителей местной флоры и фауны. Да что ж такое-то? Слушайте. Да. Да. Нам, как всегда, везет. Хорошо. Глаза. Так,
первый есть. Давайте отбежим. Во. И уже, ну, в нашу стандартную тему, вот этот вот танец смерти наш, а с ними начнем. Подходим в глаза и в лесок. Ну вот, потому что за них тоже, по-моему, типа по 650, что ли, дают. Ну, какие-то приличные цифры, на которые не жалко нам тратить амуницию свою. Оф. Ну что? Давай. Глаза. Не, нифига, но уже обратно бежать некуда, поэтому попытаемся с вами с ними разобраться. А, 112. Ого. Ему, короче, досталось. И он, смотрите, даже ход пропустил в эту тему. Оп. Хорошо. 1700 за троих. Как-то странно. Как-то очень странно. Ну ладно. А в пещеру мы зайдем? О, фак. 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 Фак, фак. Ну, везет так везет. Что я могу сказать? Ну, вообще, английское выражение для этого when it rains, it pours. О, оба. Так, ладно. По 250 за каждого, там ничего полезного я не видел. Ну их нафиг, давайте оставим, пусть живут в задницу. Это какой-то просто нервотрепка. Вообще, нам с вами что-то... Да что ж такое-то? Армия из летунов и кентавров. Кентавра я хотел вам показать. А давайте посмотрим. Эй, а я держал атаку. Ну ладно. А вот он, кентавр. Вот такая вот тварюга. У нее 175 здоровья. Что-то я наврал вам. Ой. Ой, да ладно. Так, и в голову. Во, и первый пошоль. Но тут как бы из армии и летунов. Из армии и летунов. Только несколько их. Угу. Аф. И еще слышите такой немножко электрический звук. А вот на них в первой части я очень много охотился. А, ладно, давайте вот этого добьем все-таки. Эй. Ну, и если играли в последующие Fallout'ы, они точно есть в Нью-Вегасе. Правда, в Нью-Вегасе они уже во всей трехмерной красоте, да и, по-моему, плюются. Так, хорошо, ты. Крепкие два... Крепкие твари. Крепкие. Но надеюсь, что нас за этот ход не прибьют. Оу. 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 Ау. Ау. Надеюсь. Ну, к счастью, смотрите-ка, они все-таки нашу броню с вами не пробивают. Это радует. Кентавр раз. Кентавр два. И вот летун. Эй. А у нас не хватает с вами очков действия. Но я не знаю, есть смысл отходить, потому что три очка к классу брони нам не так важны. О. В принципе, смысл отходить, судя по всему, есть. Раз. Два. Давайте перезарядимся и отбежим. Потому что тогда они наносят на одну атаку меньше. Да. На одну атаку меньше, соответственно, во-первых, и по анимации получается чуть быстрее. На тварь. На тварь. Крепкие. Ничего не скажешь. Что ж, этого сейчас победим. Вот, а остальные столкновения, я думаю, я даже показывать уже не буду, потому что, ну, повоевали хорошенько. Что у нас там? 5000 до уровня. 5000 всего. То есть, в принципе, мы так с вами уровень-то можем и нафармить. Но я хочу просто попасть в Сан-Франциско. Вот серьезно. Вот, как только мы видим вот эту вот местность, это значит, что мы совсем рядом. Ага. Фух, ночью пришли, не очень хорошо. Давайте подождем до утра. А, ну, до утра. И еще пару часиков. И нам бы с вами, наверное, с собой взять все, что можно на продажу. Причем разгрузить как-то нашу таченьку. Ну, вот 7 супершотганов. Нет. 3, 4, 5, 6. У нас прям вот учимся считать с телепузиком. Ну, 6 шотганов. Прекрасно. А начнем, наверное, с местного доктора. Тут происходит конфликт двух якадзун. Но это мы потом уже выясним.
А вот и док, который нас с удовольствием, кстати, подлечит. А вам помочь чем-нибудь? Да, меня ранили, а вы, похоже, врач. Дайте взглянуть. Да, это, разумеется, будет стоить денег. Сколько? $100. Я заплачу. $100. У нас стимпак дороже. А у вас можно купить лекарства? Доктор. Во, у него есть 3 таких. 5 таких. И, что обидно, в этом городе народ умеет торговать. Ну ладно, огнемет. И шотган. А, фу, прекрасно. То, что доктор прописал. Да? Да, прекрасненько. Первый пошел. Нам бы вот разгрузиться прямо так, чтобы разгрузиться. И вот здесь еще есть магазинчик. Вообще, здесь самые топовые магазины в игре. И главная фишка в том, что в этих магазинах можно стырить у них обратно деньги. Если мы деньги потратили, по-моему, не в этом, в этом тоже. Угу. Поздравляю, добро пожаловать в мой магазин «Летящий дракон». Мне нужно снаряжение. А, вот, то есть мы здесь уже можем торговать с вами довольно-таки спокойно. У, 3 химических журнала. Аутдорсман. Научные книги, книги по ремонту. Это все на 16 тысяч тянет. Плюс стимпаки. Угу. 21 тысяча. А я вот сейчас перестал быть уверенным, что мы можем здесь все обратно выкупить. А, давайте посмотрим, у нас есть... А, 2, 3, 3, 3, 3. Давайте попробуем все это скинуть и взять базары. Вот что-что, а базары точно нам помогут, мне кажется, в данной ситуации. Тяжелые стимпаки тоже мы выкинем. А вот эту ремонтную штуку пока переложим. Короче, максимально себе облегчим инвентарь. Давайте. Давайте-ка. Итак, и отсюда надо забрать... Наши прекрасные 3 базара. Это типа 15 тысяч будут. 4. Это 20. Оба, влезли. Все. Максимальный вес. А Desert Eagle? Desert Eagle влез. Еще один? Нет. Ну, хорошо. Что у нас там по весу? Да, прям в упор подошли с вами. Мы можем броню, конечно, снять. Но... Ладно. 4 базара. Смотрите, здесь мы сможем, да, реализовать все наши фантазии и мечты. И у нас с вами наука 97, то есть, в принципе, как раз 4 журнальчика-то... 4 журнальчика нам должны помочь. Раз, так, давайте, это наш лимит. Во! Слушайте. Так. Что еще? Книги по ремонту. Стимпаки. Ха. И еще мы можем взять у него 669 монеток. Ой, обсчитался. 10 обратно. Во, нормально так поторговались. Но единственное, мы теперь с вами нагружены журналами, и нам бы их почитать. Что у нас там? Ну, журналами мы нагружены хорошо. Не, общий вес, кстати, нормальный. Мы можем... взять, допустим, что у нас тяжелые еще есть? Боевые шотганы. Да. Это, по сути, финальный город в игре. Поэтому здесь, естественно, и у торговцев много денег. И вообще, ну, такой рай обетованный. Кстати, что-то у чувака как-то мало всего было. Давайте посмотрим еще раз. Но, правда, это не оружейный чувак, но у него, во-первых, могут быть... Супер отмычки? Супер отмычек у него нет. Жаль. Ладно. Ну, но все равно журналов мы накупили настолько скиллпоинтов, что мама не горюй. Вот, ну и да. Деньги я копил для этого момента, я просто не ожидал, что к этому моменту у нас с вами будет настолько дофига всего непроданного. Потому что обычно ты идешь в это место гораздо раньше. Ну и получается... О, опа. 12 тысяч, обалдеть. Во, гаусс пистолет и гаусс винтовка. Вот это вот самые адские малые оружия в игре. 11 тысяч. Но батарейки нам нужны. Батарейки никуда мы не денем. Но, в принципе, давайте, знаете что? Я сейчас... А,
мы сейчас с вами будем расставаться. Сначала выучим все наши журналы, потом я как бы с вами попрощаюсь, а после этого пойду и допродам им наш инвентарь. Ну, то есть, можно, конечно, просто деньги выкрасть, но я уже задолбался от того, что у нас тачка даже забита, это пипец. А вот, поэтому ставим сложность с вами сложно. И понеслась. Раз. Эй, эй. А, мы их не можем юзать. А, блин, они для чего-то, значит, нужны. Блин, я, кажется, кучу денег просрал. Так, что ли? Но получается, типа, так. Но они, по-моему, по какому-то квесту потом пригодятся, так что... Ничего прям страшного не произошло. Что ж, давайте на этом с вами расстанемся, а в следующий раз мы продолжим проходить игру и отправимся уже в Ньюрино. А пока что спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Роке Бальбоу, Антону Сару, Глебу Сахарову, Брату Манзо, Сержу Атирадору, КДВ45РУС и Дарье Кравчук за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что приходите, смотрите эти прохождения, ну и встретимся с вами завтра. Пока все, удачи и счастливо, пока-пока.